Всем привет, друзья! Меня зовут Екатерина, рада приветствовать всех на своем канале. Стою, любую своим гибискусом. Распустился мой любимчик. Он у меня небольшой. Я отщипнула вверх, и гибискус растет в ширину. Это у него второе цветение за все существование. Его оторвало росточек от взрослого растения и укоренила. Вот такой у меня гибискус. Мне он нравится, небольшой, помещается на окошке и цветет, радует глаз. У меня розового окраса, листочки у него варикатные. А тема сегодня у нас будет не о гибискусе, а о орхидейках, которые стоят на южном окне в комнате. И, друзья, хочу показать вам окрас моего дикого котика. Эту орхидейку мне подарили. Лиза, спасибо большое за орхидейку. Маленькую подарили, размер 1,7. Было мало корневой системы. Но, друзья, смотрите, какие косы у нас. И внешние корешки, и внутренние много отрастила эта орхидейка. Я люблю вот эти липкие такие пластинки, ставлю, и камашки на них липнут. Все-таки меньше их на моих орхидейках. Окрас у дикого котика немножко другой по сравнению с зимним цветением. Более преобладает белый оттенок. Летнее цветение, конечно, небольшое, скудное цветение, так как жара на улице у нас была около 40 градусов. Уже, конечно, жара такая спала. Но все равно пока орхидейки мои не дают цветоносы. Жду я осень, похолодание. И тогда, друзья, я обожаю этот период. У меня появляются много новых цветоносов у моих орхидеек. Вторая орхидейка, друзья, очень красивый тоже сорт. Сейчас вам сделаю более... Вот, какая красота. Очень тоже красивая орхидейка. У нее белая вот здесь вот серединка на петалиях. Губа красивая, волнистая. Это биглип. Название сейчас вам скажу, друзья. Запамятовала название. Подпишу. Вот такая орхидейка. Красотунишка. Очень красивая, розовая, нежнятина. А поодаль стоит, друзья, красавец биглип. По секрету скажу, что этот красавец очень нравится моему мужу. Самый больший из всех, наверное, здесь стоящих орхидеек на этом окне. Ему вот это самое больше нравится. Это биглип. Тоже красивый биглип. Я, по-моему, там подписывала название. Body language, друзья, body language название этого биглипа. Очень похожа она на орхидею Пандору, только в обычном стандартном цветении. Размер цветочка у этого биглипа. Сейчас вам скажу, возьму линеечку, замерим. Так, давайте замерим. Девять сантиметров. Крупноцвет. Супер орхидейка. Здесь вот еще вот это стоит, запряталась. Это стандартная орхидейка. Размер цветочка около 6 сантиметров.
Венозная. Это у меня детка цветет, матушка пропала. С этой орхидейки началось мое увлечение орхидеями. Она у меня как память и талисман моей орхоколлекции. А вот этот биглип, друзья, смотрите, какой красивый биглип. Развернулся к свету. Очень красивый такой вот. Серединка розовая, неоново-розовая серединка. Рюшистая губа. Хочу две орхидейки продать, освободить место для новых орхидеек. И вот это одна из них, которую хочу продать, друзья. Кто живет на территории Украины, кого заинтересовала эта орхидейка, пишите в Инстаграм. Ссылочку в описании под этим видео оставлю на свой Инстаграм. Пишите. Задавайте вопросы. Корневая система у биглипа отличная. Плохо камера. Дневной свет показывает. Плохо виден биглип. Я фото вставлю его. Поближе посмотрите. У орхидейки вот такая розетка. Растет новый листочек, шея чистая, корневой системы много, как и наружной, так и внутри. У орхидейки хорошая корневая система. Более подробное видео могу отправить в Инстаграме, кого заинтересует, пишите. Вот эту орхидейку хочу продать, освободить место. И вот эту орхидейку также. Название утерялось. У меня очень тоже красивая орхидейка. Губа завораживает. Мне очень понравилась также эта орхидейка. Но места у меня, к сожалению, мало. Мне все нравятся орхидейки. Я их все люблю. Но места у меня мало. Хочу освободить место для новых орхидеек. И, конечно, как буду приобретать новые орхидейки, буду делиться с вами. Эту тоже хочу продать, друзья. У нее вот такая розетка среднего размера. Корневой системы тоже достаточно много. И наружная вот корневая система, и внутри горшочка. Также все хорошо у нее. Подробное видео также могу скинуть, кого заинтересуют эти орхидейки. Цветет у меня также вот такой сорт. Это подарок на день рождения. Красивая орхидейка. Сорт называется Санта-Клаус. Это биглип с красивой губой. И губа, друзья, у каждого цветочка разная. Вот такая у него шикарная губка. С пятнышками разными. Цветет пышно. Вот здесь вот, и еще вот этот цветонос сегодня буквально я срезала, тоже был пышный цветоносик с цветочками, уже отцвел, друзья, осталось только вот этот цветоносик, и все. И цветет еще моя королева, которая уже давно в моей коллекции, это орхидейка Моушен. Я ее тоже обожаю. Она у меня росла на северном окне. Там вообще не давала цветоносов, ни одного. Один раз цвела домашним цветением, и все. Но сейчас все изменилось. Поставила ее на южное окно, и мы цветем постоянно. Отцветет один цветонос,
начинают цвести новые. Также засохнут цветоносы, выпускает новые цветоносы. Вот такая шикарный тоже цветочек. Шикарная орхидейка. Друзья, темно, плохо видно. Подсветку включаю, но очень плохо. И лампу включила для вас подсветить более, чтобы виднее было. Ну, вот здесь посмотрим на нее. Шикарная малиновая губа, розовая серединка и белоснежные края. Шикарная орхидейка. Друзья, ее нужно уже омолаживать. Посмотрите, сколько корневой системы нарастила эта орхидея. Но все, никак рука не поднимется ее обрезать, потому что я боюсь, ни разу не делала такой пересадки с отделением верхушки от пенька. Поэтому боюсь, все никак. Все, оттягиваю этот момент, но он скоро наступит, друзья. Покажу это на нашем канале обязательно, но не сейчас. Попозже как-то, как я созрею это сделать. Пока она цветет, поэтому тоже не могу ее омолодить. Как только прекратит свое цветение, может тогда и это сделаю. А сейчас, друзья, любуюсь этой красотой. Все на сегодня. Вот такие у меня орхидейки цветут на южном окне. Красотунишки. А, вот еще вот не показала, друзья, вот эту орхидейку. Тоже плохо видно. Я не знаю, почему камера не может свет передать. Это Элис Гёрл. Красивая, нежная, розовая орхидея. Также цветет на окошке. Все, друзья, всем хорошего настроения, любви, здоровья, благополучия. Всем пока-пока. До новых встреч, до новых видео. И, конечно, не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, лайкать видео и подписываться на канал. Жду ваших комментариев. Всем пока-пока.